Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Кавалерийского дивизиона? Да. Немедленно выдвигайтесь к политехническому музею и открывайте ураганный огонь по урочищу, по скоплению противника. Не могу я открыть ураганного огня. Почему не можете? Нет у меня ни мортир, ни дивизиона. Что за шутки, господин полковник? Штабная ты сволочь. Отлично понимаю вышивку.